Экипаж яхты «Югра» временно завершил запланированный на этот сезон поход и ушел до осени в отпуск. Судно мужчины оставили в чилийском городе Пуэрто-Монт. На нем остался один представитель команды. Он присматривает за яхтой и занимается текущим мелким ремонтом. В целом же «Югра» готова к дальнейшему путешествию. В планах пересечь Тихий океан и дойти до Новой Зеландии.